Запах. Какой здесь вкусный запах, ребят. Вид просто бесподобный. Здесь есть виллы, у которых просто отвратительный вход в океан. Здесь и плиты, и острые камни. Невероятнейшее мясо, стейк пекани из говядины. Попробуйте обязательно. Нас застал тропический дождь. Не испугалась и спела в караоке свою любимую Эми Вайнхаус. Кое-где, вот я вижу даже бычки от сигарет. То есть, ну, это недопустимо. Из ресторана «Азиатику» нам пришлось уйти, потому что, ну, реально, ребят, было не очень вкусно. Наших туристов селят, селили всегда и будут селить в хорошие номера. Okay. Hello. Hello. Thank you. Друзья, всем привет! С вами Кэт, туристическая компания Mama Travel. Я в отеле Emerald Maldives. Нас заселили в водные виллы. Пойдемте посмотрим номер. Я позже расскажу вам про отель, про курорт, про остров. Поделюсь своими впечатлениями. Погнали! У меня номер 315. Каждой вилле, каждому номеру в этом отеле прикреплен велосипед. Посмотрите, какие шины. Считается, что по песку это максимально удобный вариант. Такой номер. Одна основная комната, рабочая поверхность, кофемашина, водичка, приветствие. Спасибо большое. Фрукты комплиментарно, шампанское. Отель работает по системе премиум, все включено. Здесь есть небольшой диванчик, кресло. Очень приятные элементы декора, очень приятные тона. Терраса, собственные зеркальные. Обратите внимание, что в этом отеле водные виллы без поручней. Сделано это, чтобы максимально облегчить конструкцию, чтобы это было очень красиво, но технически просто будьте аккуратны, особенно если с вами проживают дети. Океан здесь чистый, не вижу ни камней каких-то, ни кораллов, ни водорослей, очень чистый, большая просторная терраса, мягкие кресла, инстаграмный лежачок в виде сетки и просто огромная ванная комната. Душевая. Одно стекло только. Ванна красивая. Вид просто бесподобный. Косметика L'Occitane полностью вся здесь, помимо стандартного мыла, набор для бритья, мочалка, зубной набор. Дальше что это у нас здесь? Это шапочка для волос. Это пилочка для ногтей. Ватные палочки. Зеркало большое. Туалет. Тоже просторный. Если понадобится помощь, здесь есть телефон. И гардеробная. Сейф. Наши чемоданы уже привезли. Весы. Дополнительное одеяло. Вешалки. Здесь у нас пляжная сумка.
тапочки и сланцы. Обязательно присутствуют всегда спасательные жилеты, фонарик. На полу плитка. На всякий случай скажу, будьте аккуратны, если пол будет мокрый. И халаты еще слева висят. Здесь даже ключи от номера очень интересные. Это дерево. Очень интересная задумка. И мини-бар я вам сейчас еще покажу. Здесь шоколад, безалкогольный кола, спрайт, фанта, сок, пиво Карлсберг. Здесь еще молоко, водичка. А, так, это не вода. Вода охлажденная. И бутылка белого, и бутылка красного вина. Если присмотреться, то каждая деталь очень интересная с точки зрения дизайна. Вот, например, этот палас, то, что вы видите светло-голубое, прям массирует ноги. Это что-то выпуклое и мягкое. Очень приятный номер, очень. Такое интересное решение световое. Это все лампы. Красиво. Кстати, на острове плюс 1 час от Мале. Соответственно, плюс 3 часа от московского времени. И здесь поэтому может быть темнее позже. Посмотрите, как красиво. Как я уже говорила, все рестораны абсолютно включены в стоимость вашего проживания, потому что отель работает по системе премиум, все включено. Мы сейчас в ресторане Амазоника. Все столики на песке, очень приятная атмосфера, музыка. Здесь входит шведский стол, и еще вам предложат меню, по которому вы можете выбрать все понравившиеся вам блюда. Из того, что есть, это десерты, различные. Это рыба, тунец, вот я вижу. Тунец в разных исполнениях. Это овощи, зелень, различные салаты. Здесь уже блюда приготовлены, начинают готовиться для подачи нам. В общем, меню приносят в таком планшете, подсвечивается распечатанный лист. Так, что здесь есть? Цен здесь, естественно, нет, потому что все входит. Различные салаты, закуски, курица, свинина, говядина. Вот смотрите, то, что за дополнительную плату, здесь отдельно меню подмечено. Это стриплоин, это стейк определенный за $250, это 1 килограмм 200 грамм, лобстер $90. Мне принесли стейк пеканья, выглядит очень аппетитно. Девочки заказали креветки. Я у тебя кусочек возьму. Красивая подача. Sunset Bar. Сегодня вечером здесь проходит вечеринка. Доброе утро, друзья! Доброе утро из отеля Emerald Maldives. Новый день, новые впечатления. Вчера океан был неспокойный. Сегодня уже тишь да благодать. Я пришла на завтрак в ресторан Аква, главный ресторан.
Мне показалось, что завтраки намного проще, чем то, что я видела на завтрак в отеле «Лакс». Хотя «Эмеральд» на уровень выше считается премиальный отель. Но, несмотря на это, здесь вы найдете все. Выпечка, разные виды. Здесь у нас яйца с разными наполнителями, бобы, какие-то котлетки картофельные, островок с фруктами, манго, очень вкусный арбуз и наши классические яблоки, апельсины, виноград, бананы. Уголок с домашними йогуртами и чия с молоком. Овощи. Небольшой выбор, но есть. Огурцы, помидоры, нарезанные, морковь, зелень. Здесь легкие супчики овощные. Здесь уже локальная кухня пошла. Я здесь беру рис. Дальше прямо эта станция с различными сосисками. Сосиски из курицы, сосиски из говядины. И здесь вам приготовят глазунью классическую, омлет, вафли, блинчики с нутеллой, с различными тоже вареньями на выбор. Орехи всевозможные, кстати, очень большой выбор. Сметанка, сыры, лосось, колбаса. Все. Это пляж возле ресторана «Аква», где я завтракала. Песочек мелкий, как мука. Пляжная полоса не широкая. Честно говоря, первое впечатление, не могу понять этот отель. Я понимаю, почему он популярен, он новый, он работает по концепции премиум, все включено. Для тех, кто любит выпить, поесть, это, конечно же, плюс. Но какие-то мелкие шероховатости, например, пляж у меня вызывает вопросы, вход в океан. Посмотрите, вот вроде недавно прошел дождь, может быть, поэтому, но пляж не убранный. Кое-где, вот я вижу даже бычки от сигарет, то есть, ну, это недопустимо для отеля такого уровня. Чуть попозже еще посмотрю, может быть, уберут. Немного хочу рассказать про несезон на Мальдивах. Это период с мая по ноябрь. Например, сегодня был кратковременный ливень ночью. Утром мы проснулись, уже солнце. Сейчас буквально 2 минуты был слепой дождь во время солнца. Преимущественно это кратковременные дожди, и на небе бывает, что тучи, вот как сейчас. Если от главного ресторана «Аква» пойти вправо, то здесь у вилл очень хорошая пляжная полоса, широкая. И вход в океан просто идеал. Я сейчас иду, у меня ноги проваливаются в такой мелкий дисперсный песок. Просто бархат обволакивает мои ножки. Очень приятно. Мука-мука. This is the family beach villa. Two bedroom. Beach villa с 2 спальнями. Запах. Какой здесь вкусный запах, ребят. Такой лайм. Так, там, где вы видите окно, это все закрывается. Бассейн. Большой, очень большой бассейн. Прямой выход к пляжу. Мастер-спальня и гости. И вторая спальня. Здесь 2 отдельные кровати. Есть шкаф-купе. Во второй комнате санузел, не такой большой, как для главной спальни. Здесь тоже выход на террасу с бассейном.
У Family Beach Villa бывает в Алазии, там не очень хорошие пляжные, да. И ванная комната, которая идет из главной спальни. Здесь 2 плюс 2 спокойно. Помимо душевой ванной, здесь еще есть тропический душ под открытым небом. Туалет. И гардеробная. В каждом номере есть сейф, тапочки, сланцы, весь необходимый набор косметики, что не хватает, по запросу предоставляют бесплатно. Весы, халаты, полотенца. Хочу сориентировать вас немного по схеме острова. То, что вы видите впереди на горизонте, это пирс, к которому приводняются гидропланы. Прилетают отдыхающие, улетают отдыхающие. Сразу же возле этого джетти находятся виллы, которые мы крайне не рекомендуем бронировать никому и никогда не бронируем нашим туристам. Нашим туристам называются они Marina Beach Villa. Это вилла, которую в основном берут индийцы, представители индийского рынка. Очень слышно и видно прилетающие гидросамолеты. То есть фактически никакого отдыха, никакой приватности, никакой шумоизоляции. Дальше от этого джетти начинается ряд волнорезов. Они защищают эту лагуну. И вот напротив этих волнорезов находятся бич-виллы. Они расположены достаточно приватно. Смотрите, какая высокая зелень у каждой. Вход отдельный. Здесь есть кораллы при входе, обломки ракушек. Вот так это выглядит. Дальше, когда вы заходите, уже пологий вход. И если мы смотрим на север острова, начиная даже с северо-востока, на север и запад, там уже идут виллы с более хорошим пляжем. Это более высокая категория вилл.